первый тайм мы по плану, то, что планировали, играли правильно. Мы перекрывали стороны защитников и давали свободно организовывать игру сопернику. Мяч контролировали один инициативой, преимуществом. Подходов много было к штрафной площади в первом тайме. Но не было последнего хода перед голом. Самое основное, что в футболе самое сложное. И не хватало агрессии в штрафной. То есть у нас было много доставок с флангов. Фланги скрывали, но даже получалось так, что не то что агрессия, а количество футболистов не хватало при фланговых атаках. Перед мы там указали, кстати, и гол забили вовремя именно с этой ситуации. Вот. Второй тайм вроде так то же самое, но момент суета при стандартах и проблема Шандау. В первом тайме сломали нос. Парадоксально, что борьба, грубая игра, ломает нос, даже не суть нарушение правил. Тут непонятно. Какие-то двойные стандарты судейства. Я так и не понял, почему. Бьют, ломают нос и ничего, все нормально, играете. Это должна быть красная карточка. Но, к сожалению, так решил рефери. Второе желтое удаление, тоже непонятно. Простая борьба обыкновенная. Там Шипицын то же самое делал, но почему-то. Даже сложнее ситуация была, но почему-то удаления не было. Второй желтый. А здесь, ну, споткнулись оба, скользкое поле. То есть я как-то немножко не понял. Пенальти на Ткачеве, мы посмотрим, но уверен, что там было нарушение правил в первом тайме. Когда вылетал и за руку схватили, завалили, тоже пенальти, красная карточка. И столько ситуаций, достаточно таких совпадений серьезных, что для нас, конечно, повлияло явно. И у нас вышли молодые ребята из дубля, потому что у нас в резерве всего лишь два взрослых футболиста. И остальная молодежь, учитывая, что по позициям, к сожалению, не смог выйти Ром Павличенко, планируемый на замену, усилить атаку. К сожалению, по позициям не получилось опускать его. Ну, довольны, что ребята молодые. И остальные, кто был, у нас защитников оставалось трое. Ну, по позициям тоже не так уже играли они. Опорник молодой вышел, Коновалов с дубля. Левый защитник в дубле. Аршавин, который сегодня еще не совсем в оптимальном состоянии. Ну, в любом случае, девятером молодцы, проявили характер. Бодались, бились, сражались. То есть последние минут 20 мы довольны тем, что стояли очко. А если брать по матчу, то мы недовольны тем, что потеряли два по матчу. Но так сложились, к сожалению, звезды сегодня, что нам была масса испытаний. Ну, выдержали уже хорошо. Единственное, что кем играть дальше, вопрос. Будем думать. Сейчас Спартак, Локомотив, Кубок. Спартак, конечно, будем варьировать состав, молодежь водить. Пусть играют, доказывают, учатся и так далее. Само по себе поле искусственно хорошее. Вот именно качество поля, именно последнее поколение, очень хорошее, на самом деле. Для искусственного поля очень хорошее. Так что нет никаких проблем абсолютно. Если надо адаптироваться к этому быстрому полю, сложновато, пусть второй. Момент адаптации были в любом случае. Ошибка Тлисова при, в кавычках ошибка, потому что он не центральный защитник, когда скользнул мяч и Луценко подставил корпус. Хотя, опять же, нарушение не острое. Как говорят судьи сами, красное, когда острое нарушение, то есть явная угроза уже в воротах. А там острый угол. Еще страшно, мог желтый дать спокойно судья, но дал красный почему-то.